Дмитрию Ивановичу не спится. Он накатил грамм 300 чистейшего селфмейд спирта, чтобы уснуть и забыться. Ты скажешь, это самоубийство. Я скажу, что создал, тем и убился. И Менделееву снится, заиндивелые лица психомоторно громоздятся на тиц, дит и фондиц, и на баррикадах гнездятся средь пуль синицы девицы, одна лишь птица феникс, чица пенис сунуть фрейдистом, на фоне крови и похоти он лицезреет таблицу, но это лишь крохи и похуй, что ей придется делиться, он видит всю наготу мира, где случайно родился, всю подноготную в темнице, где мы пошло теснимся, в пространствах Эшера, Мэша, кто бишь мессия по-нашему, ты так отважен и бесстрашен, но де-факто бессилен. И мне не важно, что ты скажешь, сунув рыло к могиле моей. Агира, гнев божий, а ты все так же ничтожен, пока живой и ебливый. Ему ничуть не похоже, но ждет всех только обливен. Слышишь, только обливен, сука.